Ребята, всем привет! Меня зовут Дмитрий, это канал Кота ТВ. И сегодня я хотел бы поделиться с вами загадками в квесте «Гости в ЦНЦ». Разгадайте загадки на фонарике. Ярким огнем он свой путь осветит, и темное море его поглотит. Плоть его камень из бамбука остал, кругом сотни и сотни его близнецов. Ярким огнем он свой путь осветит, а темное море его поглотит. Я думаю, пойму, он наоборот всех поглотит, но явно не отварная рыба, это небесный фонарик. Теперь перейдем к другой загадочке. Порох особый в трубку набит, громом весенним она погремит. В небе вечернем вспыхнет зорница, и серой золою она возвратится. Порох особый в трубку набит, громом весенним она погремит. В небе вечернем вспыхнет зорница, и серой золою она возвратится. Ну, я думаю, всем понятно, что это хлопушка. Ну и последняя маленькая загадочка. Смотри, когда я отправлюсь в полет, ветер на небо меня не несет. Но если оборвется нить мне, тогда ослабну и погибну я. Ну, это эмо-кор. Естественно, это воздушный змей. Ребят, всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.